Вопрос такого двоякого характера, во-первых. Более обширный. Не хотелось бы потерять профессионалов нашего парламента. И вас я, конечно, отношу к таким людям. Высокопрофессиональным, опытным, прошедшим как юрист многие ступени. Да и сделавший немало, и отзывы людей в этом отношении очень высокие. Это во-первых. Во-вторых, я привлекаю всех опытных людей, чтобы вот в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки. Ты, наверное, сам чувствуешь, что идет такая перестройка, перетурбация органов власти в связи с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий. Становится конституционным органом. И, конечно, надо эти годы, год-два, ну, может быть, три, с появлением ВНС и определенных серьезных властных конституционных полномочий, нам вот это время бы не создать какой-то хаос во власти. Потому что, сам знаешь, хаос во власти мгновенно переносится это в общество. И я подумал, что на этом этапе в должности, если, конечно, ты согласен, в должности руководителя аппарата Всебелорусского народного собрания, секретариат он будет называться и называется, ты бы смог внести достойный вклад в развитие обстановки здесь, наверху, если уже совсем откровенно говорить. Работы много. Впереди надо провести организованно первое заседание Всебелорусского народного собрания. Регламент надо выработать. Надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании, а это и кадровые определенные вопросы, очень серьезные. Но и мне предложили проект указа по секретариату, полномочия и прочее, функционал и персональный. Я пока его не подписал. Как человек опытный, надо подтянуть себе соответствующие кадры и посмотреть серьезно. И, возможно, внесешь какие-нибудь предложения. Я думаю, недели тебе достаточно для того, чтобы внести. Ну, а дальше будет видно. У тебя опыт большой, не только аппаратный, но ты же судья сам. Да. Корни твои. Начинал. Да, уходят в судейство. Начинал оттуда, это всегда помнится. То, откуда начинал. Поэтому все, потом мы определимся, каким образом действовать. А пока, если ты не против, я бы все-таки предложил тебе возглавить на этом этапе и сформировать секретариат ВНС и заняться работой по подготовке Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет создан, возглавляет его премьер-министр, пусть возглавляет правительство, но какую бы должность занимал, тебе придется рулить и разруливать все эти вопросы. Конечно.